Моя авторская песня Владимира Васильева «Я одессит, я врач», написана в 2017 году в Одессе. Я одессит, кручусь пока могу, и жизнь смеясь все набирает обороты. Пусть скажут мне, что сделать я смогу, так и крутые там в ходе будут повороты. Пусть скажут мне, что сделать я смогу, так и крутые там в ходе будут повороты. Я врач, но я люблю футбол, хороший в исполнении команды, и жду всегда, всегда красивый гол, но только не квадрат моей команды. И жду всегда, всегда красивый гол, но только не квадрат моей команды. Я врач, но я люблю и петь, жене для вас, для офисных клиентов, и на здоровье удается даже спеть, но только для своих мне пациентов. И на здоровье удается даже спеть, но только для своих мне пациентов. Я одессит, кручусь пока могу, жизнь смеясь все набирает обороты. Пусть скажут мне, что сделать я смогу, так и крутые там хоть и будут повороты. Пусть скажут мне, что сделать я смогу, так и крутые там хоть и будут повороты. Я знаю, что сегодня я могу не изменить себя при этой быстрой жизни, не петь и чить, пока я не смогу, ведь я живу в Одессе, радуюсь о жизни. Не петь и чить, пока я не смогу, ведь я живу в Одессе, радуюсь о жизни. Так что же делать современному врачу? Любить мне петь, театры, посещать конгрессы, а по-другому я и вроде не хочу, пока со мной такие интересы, а по-другому я и вроде не хочу, пока со мной здесь такие интересы.